Оппозиционные депутаты Ишхан Сагатилян и Ваги Акопян будут отстранены от должностей в парламенте Армении. Согласно распространенной информации, в парламенте Армении фракция правящей партии «Гражданский договор» приняла решение об отстранении Ишхана Сагатиляна, представляющего кочеряновскую фракцию Армения, с поста вице-спикера Национального собрания. А Ваги Акопяна, фракция Армения, отстранить от должности председателя Комитета Национального собрания по экономическим вопросам. СМИ напоминают, что в последнее время в Армении также активно обсуждалась возможность лишения ряда оппозиционных депутатов депутатских мандатов. Выступая накануне перед журналистами, председатель Национального собрания Армении Ален Симонян отметил, что в ближайшие дни Национальное собрание обсудит вопрос о лишении оппозиции мандатов. По словам Симоняна, есть как минимум 10 депутатов, отстранение которых более чем допустимо. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.